Так, всем привет на моем 49-м стриме. Сегодня так проходим игру Doom Troopers, но прохожу ее не один. У меня в гостях стример Хоббит. И сейчас он подойдет через минутку. Так, надеюсь, все видно, все слышно. Так, у нас где-то ну, игра Doom Troopers, ее многие знают. Довольно-таки хардкорная. Так. Сюжет. Почитаем такой сюжет. Впервые над человечеством нависла непонятная угроза. Все силы темного региона, темные силы, Алгерлот составляется из порталов, строит свои цитадели вокруг Солнечной системы. Я даже не знал сюжет, то есть мегакорпорации в попытке удержать свою власть выпускают штурмовой отряд, чтобы очистить Солнечную систему от темного региона. Их миссия уничтожить темный регион и отправить Алгерлота назад через его портал в темную вселенную. Стоп, меня не слышно. О, я затупил. Так, ну сейчас-то меня слышно, но никто, в общем, сюжет не слышал, но вы и так прочитали. Ну, неважно. Так, ну сейчас он подойдет. Пока посмотрим, что тут у нас в опциях есть. А, очень громко слышно. Ну, может просто игру погромче сделать и общую громкость уже потише. Раз, два, три. Да, привет, я еще пришел. Раз тебе. Сейчас, тихо. Так, надеюсь, тебя на стриме слышно, но вообще должно быть там уже. Общее устройство динамики, в принципе. Все, я окончательно тут тест. Так, да, слышно вроде. Так, я случайно чуть не поменял управление. Кстати, ты мог управление тут настроить, какое тебе нужно в настройках. Что со сложностью? На харде мы не пройдем точно. Я никогда не играл в эту игру. Так, тогда норма максимум. Ну, это максимум вообще. Так, чатик, надеюсь, отпишется. Нормально ли нас слышно? Все. Может быть, кого-то из нас... Да что ты будешь делать? Так, Хоббита погромче пишет. Так. Меня погромче? Куда уж громче? Я, в принципе, могу это... А, нет, стоп, я тут не могу это сделать. У меня почему-то скайп в микшере не отображается. Ну, нет, я могу сам, подожди, сейчас я тебя погромче сделаю, в чем проблема, я микрофон просто на минимум выкрутил. Раз, два, три, вот так, на сколько процентов? Так, нормально, нет? У меня, по идее, громче тебе стало, должно быть слышно. Ну, вроде нормально, ну, мне нормально, я не знаю, там, как в этом. Angel, скажи мне, хорошо ли меня слышно, малыш? Так, мы Friendly Fire включаем, я думаю, нет. Ребята, я не буду отвечать на звонок в 9 часов вечера, отстаньте от меня. Так, надо. Я 3G выключил, а то опять начнет требежать. Да, я выключил. Все, норм. Давай, поехали. А ты не перезапустил игру. А. В смысле, у нас коннект пропал или что? Нет. Подожди, ну, что я бегать перестал? В смысле, нам же рестарт надо сделать. А, значит, оно не сработало. Ладно, тогда жму заново старт на play. Connection. Да, да, заново подключайся там. Подключаюсь. Так, пинг, ну да, около 50 примерно. Хоббита слышно, все равно чуть тише. Ну, давайте прибавлю. Я просто еще приглушаю голос, потому что у меня супруга спит в комнате. Ну, в смысле, я сам говорю тихо. Ну, я понял. Так, ну сюжет я второй раз читать не буду. Я первый раз тогда читал сюжет с почти выключенным микрофоном, поэтому его никто не слышал. Но тут он не важен. Так, убираем два игрока. Так, ну, без разницы, кем играть абсолютно. Как это без разницы? Вот там одного два пистолета, у второго целый шотган. Да, я как-то никогда не замечал. Ну, может быть, я давно не играл. Ну, в общем, первая планета Венера. Погнали. Так. Эй, а как же сюжет? Сюжет? Ну, тут сюжет просто такой ни о чемный. Так, стоп. Что-то я уже туплю. Тут... А, тут... Я... Надо все вспоминать абсолютно. Здесь надо было его то ли дорубить, то ли чего. Что-то я не помню. Ну, сейчас по пути все вспомню. Я думаю, несколько перезапусков еще будет. А, по-моему, надо вот так их добивать, что ли. Или, может быть, можно и просто дострелять, вот не помню уже. Да,
давно же это было. Ты умер? Да. Вот это поворот. Вот это поворот. А чё ты так быстро? Ну, как бы это такая вот игра норм. Тут всего в этой игре 4 уровня. Но их пройти, это вообще норм. Так, это что? Да, там мне это патроны. Мне не нужны больше патроны. А, вот я аптечку взял, а её надо было брать это с тебе. Да не сука. Вон Тор уже там чует боль. Ну да, это правильно. Вниз давай. Так. О. Вот это что-то при... Ну ладно, надо было что-то тебе дать, наверное. Да нет, что ты, мне не нужна аптечка. Зачем мне аптечка? Так. Долго умираю. Выстрел похоже на... Ну, я взял вот эту вот синюю сферу. Она, ну, типа, сильные какие-то боеприпасы. Так, это что такое? Континиум, что ли? Не помню, R какой-то. Или может жизнь тупо. Ладно, пошли дальше. Может быть, как раз смена режима какого-то. Ну, я-то жизнь еще не терял. А. Че, это? Патроны. А, у меня они, по-моему, не пополняются. Это же обычный пулемет пополняется. Хоббит, проходи на 1 хп. Две вообще-то. О. Теперь нету. Так, нажми старт, нажал. Так, ну. А боеприпас у тебя полный получается сейчас? Да, все нормально. Его надо руками вроде добивать по-любому. Не, просто патроны нам помешали. Да-да, я помню этот момент, такой не очень. Давай лучше ты нажмешь старт, когда я спрыгну. Да не важно. Сейчас все будем. Меня вообще скотч спросили. Мой мозг был занят. Да, ну, я прыжок нажимал. Ну, это нормально для этой игры. Подожди, не нажимай. А, ты уже конец игры. Я тоже нажимал прыжок. Тоже нажимал? Да. Привыкай, мы играем в Дом Фортресс. Да что ты делаешь? Да что ты делаешь? Удаляй. Да ты играешь еще лучше, чем я, в кавычках. Конец игры. Ну, берем первый континент на первом уровне. Может, проще перезапуск, мы с самого начала начали. Да ладно, я думаю, это не последний наш перезапуск. Ну да, в принципе. Не, они убиваются патронами просто. Ну да. Дольше, что ли, немного. Я не помню, почему я их вроде добивал руками, то ли патроны, потому что ты экономил. Так, все, следующие патроны ты берешь. То что-то я на автомате как-то беру. Давно не играл ни с кем в кооп, а тут делиться. Нет, в тот раз он не добился, потому что этот... Нам мешали. Нам вниз же. Ну тут же надо взять. Вон, иди, бери патроны. Сейчас. Надо с самого краешку запрыгнуть. Да я уж понимаю. Вот. Это будут самые долгие 4 уровня, да. Нет, тебе. Теперь вниз. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, как да. Так, кто тут что берет? Ну, это я? Что вообще? Это, видимо, оружие. По-моему, жизнь, у меня 3 жизни. Да, так, патроны это... кто? Ты берешь? Да, я. Быстрее, сейчас исчезнет, бери. Да. Ну ладно, ракеты да, ушли. Нормального воздуха. Надо зашатать его. Это я так и не понял, что, ну, допустим, я взял, ничего вроде не изменилось. Ну, ладно, о, пойдем. Смотри, как я круто стою, когда пушки вверх подняты. Да ты вообще не это. За ствол держишься, сволочь. А я такой четкий парень. Зато я могу вот так. А ты наискосок, если по какой-то справиться. Ну, наискосок, кстати, не очень. Ну, я на Дарт Вейдера похож, когда наискосок так держу. Так, ну без разницы, у нас одинаковое количество. Стой, не надо не торопиться их издалека. Да, и сам случайно запрыгнул. Ну ладно, вроде обошлось. Патроны, кстати, бесконечны. Ну, они долго восполняются, такое сейчас ощущение, что бесконечное. А когда понадобится, ты будешь ждать там
20 секунд, чтобы тебе 20 патронов дали. Не торопись. Как же спрыгнуть? О, просто аккуратно прыгаешь и все. Что, значит, тут припрыгаем? Да, а? Тут не обязательно, в принципе. Ну, давай. Лучше несколько раз кнопку прыжок жать. Ай-яй-яй-яй. А я чуть по себе сейчас возьму. Еще неизвестно, кто взял. Ты первый прыгаешь, у меня хп мало. Ну, я нажимал. Так, ну давай, не появляйся. Все равно тут сейчас кто-то погибнет, по-любому. Они падают, после того, как мы на них встанем, они через некоторое время тонут, насколько я помню. Ну все, потрачено. А если отойти, вроде появляется. А если далеко отойти? А, вон оно. Прыгаем, убиваем, прыгаем. Да, ну ладно. Убиваем, прыгаем. Какой-то хард. Так, это мы только первую часть, первый уровень прошли. Ну, ты прошел, я так. Так, что там пишут? А кто из нас? На последний левел хочет там посмотреть. Ну, жди. Я Макс Стеннер? А, да, вроде бы. Ой, вот этот уровень. Ох, это ж тот уровень. Тут мины, осторожно. Где? Сейчас где-то будут дальше. Их видно, вон они мигают, видишь? Впереди вот меня. А вот это вот уже неприятно. Тут, ну, нельзя стоять на этом уровне. Что? Так, мина. Не вижу. Я встал. По-моему, собрал. А, это горка там. Ну, я опять кончился, что за важно. Ну, тут это будет постоянно происходить. Так, главное не давать ему за вот эту пушку вставать. У тебя все жизни вообще уже нету, что ли? Да, гуф. А ты и мои не можешь взять, или у меня ноль тоже? Нет, я, видимо, твои не могу взять. Ну, он же лучше. Так, не, только не вставай. Не, в принципе, мне нравится, зато смотри, как я круто монтажу. Мы просто все делаем супер синхронно и быстро идем по уровню. Ну да, учитывая, что мы в первый уровень прошли, а тут еще босска, от которого вообще так потекает. Потому что его тупо снарядами его нельзя убить в этом. Пинками? Да нет, хуже. Ну видишь. А ты неплохо идешь. Ну, это временно. Так, я специально подорвался, чтобы аптечку взять. Правда, не знаю, было ли это выгодно. Где там? А, это, по-моему, конец был уровня, нет? Нет. Тут еще есть самонаводящиеся ракеты. Но их я не помню, на этом уровне они есть или нет, наверное, еще нет. Овка, ты тут? Или ты... А, ну, Овка, наверное, смотрит Dark Souls 2. Так, далее. Не вставай сюда. Самое плохое тут эти ракеты, которые сверху летят, я вообще не знаю, как от них уклоняться. Тупо если бежать в сторону, по-моему, можно как... Я на чем подорвался-то? Ну все, да? Все закончилось, понятно. Продолжаем. А вот, кстати, континуум и 3. Походу, все-таки то, что было под землей, это был континуум. Так, стоп, чем что-то пишет. Сабли зомбаки тоже убивает, если пойдет она. А, понятно. Пошли? Эй, чё, не стреляем? Чё? Как? Чё? Подожди. У меня окно дезактивное. Все, я готов. Ну, мы уже почти умерли. Эти ниндзюки вообще злые какие-то. Быстрее ракеты полетят. Да тут мина, нет ракет. Ну это жесть, это вообще проходимо, да? Ну, иногда да. Я думал, это такие игры. Да ну, он меня убил. Стой. Ой. А чё, чё происходит? А. Не знаю, что происходит, но мне больно. Я помню этот уровень, самое вроде бы легко его пройти, это практически идти на пролом, почти что никого не добивая. То есть, так, вот убил, чтобы он стоит и все, и бежим дальше.
И на мины желательно не покрываться. И вот этих быстробегающих вообще вроде бы можно обрекать, я вроде на мины. Эй, он нас убил опять двоих. А, и еще, конечно, вариант, можно не нажимать старт, да? То есть фишка, можно не нажимать старт, я, например, один пробегаю, если это ты умер. И потом, когда у меня уже нет жизни, ты нажимаешь старт. Туда мы точно пройдем. Так, а что ты старты постоянно нажимаешь? А, ну типа раньше времени? Яйца, наверное, прям раньше времени. Ох, ты ж прям в прыжке встретили. Да. Хорошо, что я на это не подписался, Dark Angel пишет. Так, еще один континент. Давай примерно по той же схеме. И давай все-таки попробуем туда не нажимать старт, потому что у меня тут практически нету разницы бежать вдвоем или одному. Кто погибает, тот стоит. Ну, не нажимать старт. Ну. Ну, я первый бухнулся. Да я мины не вижу. Может быть, поярче надо было сделать? Может, очки одеть? Не знаю. Тут... А, вот у тебя выхода нету. Ну, что ты делаешь? Что? Иди. А-а-а. Оно само появилось, оказывается. Отстань от меня. Да, так, ну, удачненько. Здорово, олдбой. Ты не жалеешь, что сделал это играть? Я нет. Сейчас разберемся. Ну, первый уровень самый простой, как известно. Угу. Да я думаю, немного сноровки нормально. Да, не, а я проходил эту игру не раз. А ты на стике или на кнопках играешь? На крестовине. На крестовине? Так, попробуй. Ну, на геймпаде вот так и все. Олдбой, привет. Слабовато играете? Ну, как есть. Что, последний континиум или вообще закончились? Так, я не понял. А чего у меня не работает управление? А я в меню залез. А. Да ну я ж тебя убью, зараза. Погнали, погнали. Да? Почему они меня быстрее, чем тебя убьют? Ну, я не знаю. Может быть, потому что вперед бежишь. Наверное. Да что такое, прыжок не сработал. А, вон чё. Ну конечно, тот, кто сидит на диване, тот видит, кто играет плохо. Быстрее сейчас ракеты прилетят. Тихо-тихо. Ну вот ты меня поторопил, я проиграл. Ну так, ну я не знаю. Ну, надо было мне. Да что такое-то, ну? Ракеты по горке. А, я встал. Что-то пистолеты как-то у меня до этого быстрее стреляли. Ты находишь? А, потому что, а, не знаю. Нет, патронов. Ой, мина. Я не понял. Спокойствие, олдбой. Да не, я думаю, должны пройти. Ну смотря сколько будем играть. Да что тут? Ну короче, сначала. Секунду, я попробую расширить экран. Видео, Windows Size. Тут разрешение можно менять. Надеюсь, это не скажется никак. Так, вот так. Может, изи? А как посветлее сделать? А посветлее чего в игре? Или... Ну да, или нельзя. Сейчас посмотрю. Да вроде никак тут особо. Ну ладно. Это давай. Саму винду надо светлее делать. Ну вот сейчас не делать ничего, винду светлее делать. Ну да, тоже так думаю. Говорят, звук бы в игре намного тише сделали, а то голоса ваши плохо. Так нормально? Сейчас потише сделал. Да, нет, куда знать. А, ну да, звук же нет в игре. Ну вот тут есть-то звука. Как он включается? Раз, два, три, и тест. Тише, не надо, не будет слышно разрывающейся плоти. Ну, в общем, начнем. Там пусть уже пишет.
Ну, если хочешь, сюжет прочитаем, раз так было интересно. Но там сюжет в самом начале пишет. Да не, не важно. Там галактика в опасности. Ну, типа того, да. Так, опять я окно. У меня окно дезактивное. Секунду. Все, я бегаю. Так, давай не торопиться. Да надо привыкнуть к тому, как я выгляжу. Оп. Кстати, пульки можно еще и перепрыгивать. Подсказывает капитан очевидность. Коленом тебя, коленом. Ну, вроде сейчас получше идем. Ну, да. Ну, нормально, подожди, я его добью. Ну, хотя я урона почти не получил. Ты стреляй давай, ты должен был меня прикрывать. Да, ну вот я прикрыл. Так, ты там патроны берешь. Как же я красиво. Что, не взял патроны. Не ну важно. Ладно. Ну я пытался прыгнуть на патроны, а получилось. Да что ты... Где ты, где я? Убивай. Все взял? Да, я вообще все забрал. Тебе ничего не оставил. Ну и отлично. О. Смотри, как хорошо огнемет работает. Так, это тогда я беру, да. Не трать огнемет. Или наоборот трать. В принципе, да, ты даже так меньше урона нам несешь. Спокойствие. Там есть враг? Нет, нету. Вот там есть. Это вот и тебе придется забирать. Сейчас, подожди. Контру я не проходил на стриме именно. Давай ты один прыгай. Тут смысл вдвоем. Ну надо было его убить вначале. Так у меня огнемет, я тебе что с ним сделаю? Эй, что за лажа? Так далеко кинул он за. Стой. А, тут просто можно перепрыгнуть. Ну да, вообще-то. О. Ну давай, прыгай ты. Ну я думаю... Ай-яй-яй, так, если не упаду, то... Да что такое? Да, управление это... просто идеальное. Все, моя очередь. Лезь. Сейчас батька все сделает. Батька. Он появился. Я думал, что ты меня убьешь сейчас. А мы же Friendly Fire не включили. Тут еще можно Friendly Fire включить. О, да, с Friendly Fire. Мы вообще моментально его прошли. По-любому. Так, ну давай. Ты что-то не вздыхаешь, я тебя утону. Ой, лол. Моя очередь. Ну по-любому прошли, не, мы вдвоем появились. Ой. Ну вздыхай. Да. А чё, я не попадаю? Бред. Я, по-моему, в тебя, когда стреляю, через тебя пули не пролетают мои. Подожди. А, я уже все наигрался. Да, ты наигрался, все. Эй, иди отсюда. Странно, почему мне показывают, что у меня здоровье не пустое? Это уже твои проблемы. Ага, по-любому сливаем, потому что Friendly Fire не включен. Ну так, естественно. Не, помнится, я эту часть уровня проходил вообще без потерь, в принципе. Стой, а я вижу свои пули? Нет. Стой, еще раз. А если в ту сторону стрелять? Нет, их вообще... А, да, их вообще не видно. Здорово, чё. Само то. У них-то видно. Самое главное. А, надо было его на воздухе держать. Сидя? Не, наоборот, надо было в прыжке. Хорош, мой ум. А прыгать надо было. Управление, конечно, могло быть и более таким отзывчивым. Давай вначале убьем. Надо
собирай, ты мне ничего не надо. Так его добью. Все, норм. Так, ну континуум, да, у нас общий, поэтому без разницы, кому брать. А стой, да не лез бы пока. Ну ладно, ты их быстрее я убил, чем я ракетами. Вроде одной хпшкой только. Ой! А я не могу со своими ракетами этими. А чё опять? Battletoads. Ну, Battletoads, да, она... Я не проходил, но играл. Так, у нас что-то, по-моему, с интернетом случилось. В скайпе связь прервалась. Печалька. Так, и чего? Стоп, сейчас меня слышно же, но у меня потерь кадров ноль. А, все, ты отвалился. Только почему-то у меня еще микрофон выключился странно. Картинка зависла, потому... Так, все, ты на связи. Ну, как ты понимаешь, нам нужно NetPlay перезапускать. Да, сейчас я подключусь. Это, думаю, это DHCP этот долбый. Он у меня в 9 часов примерно айпишник типа меняет. Хотя на самом деле я ему уже выдал статику и сказал, да отстань ты от моего компьютера. Странно, это маршрутизатор такой? Да, это да. Странно, чего он вдруг выдает? У меня как бы тоже DHCP стоит, но мне никогда он сам не меняет при включенном компе. У него стоит ограниченное время аренды. Каждые там 24 часа в сутки он перепроверяет его, говорит типа, парень, у тебя какой IP? Точнее, у меня комп смотрит сеть, он знает, что IP по DHCP получил. И, короче, раз в сутки он стучится к роутеру, говорит, слушай, у меня, говорит, вроде аренда кончается, обнови, пожалуйста. Модем говорит, да без проблем. Хренак по проводам, короче. Давай. Опять же, выдает ему тот же, на, говорит, держи, вот тебе, говорит. Забирает буханку хлеба, отдает ее, тут же возвращает обратно, говорит, на, держи. Ну, факт в том, что уже... Да, печалька. Ну, то есть, в принципе, такого не будет, да, сейчас еще раз? Нет, больше такого не будет. Он там пишет, что это мы специально сделали, чтобы сначала начать. А, Game in Progress. Я здесь. А чего игра повисла? Повисла? Ну, остановилась у меня. Ну-ка, подергай что-нибудь. Ну, ничего не дергается. Ну, давай по новой. Хотя мне не писало, что connection closed. Не, у меня вроде было connection lost. Еще раз создай. Создал. Да. А, фу ты, блин. Я же нажал старт, хотя еще не дождался. Все, создал. Может, надо было латенции поставить 60, а не 50? Да, вроде не. Ну, хотя вроде рассинхрона-то не было, да. Мне кажется, что нормально. А латенции что такое? Ну, типа вот как. То есть пинг, другими словами. Угу. Жалко, переключить заставки даже нельзя. Типа там загрузка идет, да? Будем так считать. Слушай, что-то странно на самом деле, что у тебя народу мало. Ну, я не знаю, ты как стример неплохой, вот. Хотя пишется, что два человека в эфире якобы смотрят. Может, Good Game глючит, я не знаю. Я же стрим онлайн поставил, секунду гляну. Ну да, стрим онлайн стоит. Old boy здесь, у меня запущен стрим. Нажму на стоп. Я подглядываю, что-то я смотрю на стрим и играю, поэтому как бы немного медленно. Ой, извини. Это ты что-то нажал? Нет, это он типа автоигру включил там, ролик показать. Нет у меня, говорит, Ну тогда понятно. Ну поехали, раз олдбоя нету, можно позориться дальше. Погнали. Причем, я так понимаю, это нам просто показали, что есть два персонажа, но играем мы по-любому. Ой, а что, что такие тормоза? Не знаю. Это коннект слабый, значит.
Вон Тора вообще Good Game не считает за зрителя. Тормоза — это коннект слабый. Я понимаю, почему он слабый. Что за ерундистика? Стоп. Сейчас. Да. Печалька. Так. Ну что, давай опять старт нажимаю. Ну нет, подожди. А Connection Lost уже написано. А, Connection Lost вообще да. Написано. А у меня тормоза. А поехали. Какой у тебя канал вообще по скорости исходящий? 50 на 50. А, ну то есть, может быть, на хай, тут бендвиз, можно на хай поставить, мед и лоу. Мы на мед играли, ну может на хай поставить, потому что 50, у меня 70, ну должно быть норм. Ну давай. Ну у и... тебя, у меня 50, у тебя 70, мы уже с тобой оба взрослые люди. И пинг на 66 поставлю. Мне коннектится? Да. Заяц тут, ну слушай, больше двух человек явно. Смотри, ну там да, косячный Good Game, значит. Тор-тор-тор-тор-тор-тор-тор-тор-тор. Как минимум заяц и олдбой. Привет, кстати. Тор-тор-тор-тор-тор-тор. Ну-ка, будет сейчас. Нет, будет опять сейчас. Тормозит тут, эти заставки ну, у уже. У меня сестра пришла, может она торрент какой-нибудь включила. Подожди. Ушам дам. Да, небольшие у нас технические трудности. Хотя, как сказать, небольшие. Играть невозможно. Не вытягивает комп. Да, все, пора апгрейд делать. Комп Sega не тянет. Может... О господи, ну да, я вижу, что тут вообще слоу-моушен. Может мне торрент выключить? А, у тебя включен? Ну да, но там, правда, не идет никакая раздача, но на всякий случай вырублю. Так, ну я фьюжн вообще перезапускаю. Ну ок, давай я тоже перезапущу. А я сперва нажимал low от Sega CD Image и думал, чего надо, почему он, ты же сказал на Sega, короче. Ну я без задней мысли на Sega это самое. Вон этот торт говорит, то, что у меня комп не торт. Ну. Заяц, нет, имя стрима поменялось. Даже я вижу. Че, коннектится? Да, ты, наверное, F5 не нажал. Да, коннектится. Но если сейчас будет опять медленно, то... Не, уже видно, все, уже видно, что Sega да. Медленно. Тогда я поставлю попробовать наоборот лоу. Ну-ка, попробуй сейчас. Слушай, ну я не знаю, я ничего не менял, по идее, вообще. Ну по я идее, тоже я ничего не менял. Нормально. Попробуй сейчас. Еще раз попробую. Но он коннектится, главное, быстро. Ну, в принципе, да, потому что даже секунда, это же быстро для человека, но для игры это все-таки не очень. Ну, вот сейчас... По-моему, лучше стало, да? Вроде без этого, да. Ну-ка, посмотрим. И просто... Давай. Не, опять, да что же такое-то? Ну, я соболезную, я не знаю, почему так. Да, играли-играли, и вдруг... Я понимаю, если было изначально, то можно было какие-то предположения строить. Угу. Но что сейчас случилось внезапно? Ну, единственное, что у меня пришла Вика, и... Ну, торрент она не включает, не качает, сказала. Ну, у меня загрузка сети вообще, в принципе, никакая. Отправка 1,8 мегабит, это ни о чем. Ну, у меня тоже ничем загружено, в принципе, скорее всего, не может быть. Прием 1,5 мегабит и все. Не, ну у меня правда тут еще дома есть комп, еще сервер, но как бы вряд ли там что-то сейчас такое происходит. 2,35. Причем стрим-то у меня выключен вообще. А до этого у меня стрим был включен. Давай я попробую стрим включить. Раз из-за этого тупит. Может просто вечер и там провайдер нагрузился. Ну вообще вечером да, у меня. Пить, как обычно. Ну, кстати, почти нормально. Чуть-чуть подлагивает.
Да ничего себе, чуть-чуть, я даже звук слышу, тупит. Ну, звук, да. Ну, я соболезную. А давай я попробую создать игру. А, давай. Netplay. Чем мне надо старт? Сейчас я включил game. Показ FPS, чтобы было наглядно. Что мне тут выбрать? Normal play, да? Да, normal play. Латенси сколько? Ну давай, ну я 66 ставил, когда мы играли, было 50. Когда у нас нормально было. Было 50 и было мед. Так и сделаем. Create. А, айпишник. Сейчас. Но я не уверен, что этот. Вдруг там порты надо прокидывать. Ты прокидывал? Да. Конечно, а как же. А, у меня тут Тор пишет, OBS перезапусти. А зачем? Сам стрим-то нормально идет. Это именно... ну, короче... Ну, попробуй. А какие порты прокидывать надо? А, не помню. Сейчас я посмотрю в настройках амортизатора, сейчас я скопирую айпишник. Так. Сейчас я пока, наверное, стрим это сниму с СК2, чтобы... Ну, я извиняюсь, что такая фигня, но... Да еще неизвестно, на чьей стороне проблемы, так что... Так, где у меня этот проброс? Так, у меня проброшены 48, 99, 80, 21, 33, 89. Вот, может быть, 33, 89 или... Ну, 21 это FTP. Ну, я знаю, да. Вот либо 53, 94, либо 33, 89, либо 27, 886. А что мы... А ты сейчас можешь... А, не-не-не, стоп. Это на другой, это у меня на сервак проброшено. А на мой комп проброшено только два. 53.94 и 87.886. Я так быстро это все вот прямо записал. Ну, короче... Сейчас есть идея, я фидлером проверю. Давай-ка сейчас законнектимся опять ко мне. И я посмотрю пакеты, на какой порт идут. Давай. Так, старт. Или он тут не отобразит. А, нет, он, наверное, только. Он только HTTP пакет отображает, ладно. Отмена. А ты пробовал вообще? Что пробовал? Нет. Ну, я думаю, если порт не прокинуть, то 100% не подключится. Ну, могу попробовать, ну, в принципе. Да. Ну просто в гугле Kega Fusion порт и все, в принципе. 14. Это Вика там что-то, наверное. UDP. Я думаю, может потом попробовать на кибергейм постримить. Мне тут советуют, что типа зрителей будет якобы больше. Я, правда, не понимаю, по какой причине. Ну, не знаю. Вполне возможно. Мне просто кибергейм мне ужасно не нравится, потому что он очень глючный, весь кривой. А ну-ка, я еще раз к тебе приконтролю. Мы сейчас играем, что ли? Нет, у меня сейчас стояло в настройках. Подожди, я тебе еще раз подконнексюсь. Так, сейчас это запущу. Так, ставим на... Что у нас? На мед... Ну, в общем, как было, когда мы играли нормально, да? Все, запустил. Не, вон FPS 40, 48, 52. А должно быть четко 60. 108. Вот сейчас я смотрю, на тебя прокинут 50, да, 53.94 порт, короче. Угу. UDP причем, а не TCP. Да. Осталось найти, где у меня тут добивается это.
Что за амортизатор, какая фирма? Зюксель. Я никогда не пользовался Зюксом. Маршрут до сети. Адрес. Адрес шлюза. Ой, нет, это не та настройка. Вот у нас... Перенаправление должно быть или что-то такое. Порт форвардинг, если английская версия. Тут, к сожалению, русская все. Господи. Ну, перенаправление портов обычно это вроде как-то называется. Я тоже иногда... А, у меня это называется переадресация и виртуальные серверы. Там под категорией. Но это у меня, но... но у меня TP-Link. Ну, вот что-то такое, да. NAT не то, они прокси не то. Это жесть. Трансляция сетевых адресов. Добавить правила. Нашел. Каждый это по-разному называет. Хотя по-английски примерно везде одинаково называется. Пакеты на адрес. UDP. Не, ну вообще я очень удивлен, то, что нормальный интернет с обеих сторон и какие-то проблемы с Егой. Странно. А ты где территориально находишься? Какой город? Сургут. Да, большое довольно расстояние. Я Подмосковье. Ну, да. Я не спорю. Я не знаю свой айпишник. А, локальный? No input grid. Пакеты на адрес. Что тебе надо вообще? О. О, господи, поля пакета и адрес можно оставить пустым, если бы для подключения к интернету используется динамический IP-адрес. Что-то какое-то там странное, как настройка. Да, вообще. Обычно там просто указываешь исходящий порт, входящий, и IP-шник, ну и тип пакетов, TCP, UDP и все. Может быть, это все-таки что-то не то? Выберите входящий интерфейс или IP-адрес, при необходимости укажите порт назначения входящих пакетов. Укажите IP-адрес и при необходимости номер порта, на который будет перенаправлен. А, ну вроде да, нормально. Пакет. Просто не надо IP-адрес входящий указывать и все. Только исходящий. Ну, то есть, короче, локальный свой. То есть, типа, можно разрешить, скажем, входящие пакеты и только от меня, то есть, например, только с моего айпишника. Так, да. Все. File netplane, join, нет, не join, file netplane, start netplane. Я нажал create, попробую подключиться. А, так, сейчас. Join. О, подключился. Что, нажать старт? Кстати, пинг, по-моему, слегка вырос. Что-то там до 70 прыгает. Ну, давай старт. Не. Нифига. Ну, я тогда не знаю. Приношу свои извинения. Ну, ну я ладно. Не знаю, что сделать. Печалька. Да, заставить сеструху вырубить комп я не могу, если это из-за него. Ну, я не думаю, что у меня что-то, потому что тут всего лишь нагрузка-то, господи, тут пару мегабит, это нужно... Не, это, скорее всего, у меня вечерняя здрасте, у меня вечером стримы начинают подлагивать. Ну, ладно тогда, а, ну, я не знаю, может тогда одному, что ли, попробовать пройти? Фиг его знает. Ну, попробуй, я могу трансляцию запустить, сделаешь себе захват. Будем играть на скайпе и будем играть одновременно. Кстати, а если... Ну, хотя нет, если без скайпа, то это будет уныло. Почему? Со скайпом останемся, просто будем играть каждый свое. В смысле? А, ты просто будешь у себя стрим тупо включишь свой? Да. А, ну, а смысл? Я же его не смогу смотреть сейчас.
Вот только если я сам не подожду. А у тебя второго монитора нет? Вот это поворот. Не, ну дело не в этом. Ну, в смысле, его нету, но я-то могу рядом поставить. У меня планшет есть. А, просто я не очень понял смысла. Ну, типа, кто быстрее пройдет. Ну, только для этого нужен захват обоих стримов. Ладно. Не, ладно, это как-то вроде идея немного не очень. Не, идея-то нормальная. Ну, этот, как вдвоем играешь отдельно, допустим. Не, я понял идею, да, но... Ну, понял. Ладно. Не, ну, если... Не, ну, в принципе, можно, я не знаю. Да забей. Я пойду, не знаю. Я пойду пить водку, да, как и собирался. Ладно, я не буду это один проходить, пойду покемонов качать. Ну, сори, ладно. Ну ладно, все тогда. Спасибо, что зашел, позвонил. И всем, кто с нами смотрел и мучился вместе с нами, спасибо тоже. Все, на этом пока.